окончании проекта «Большая уборка» я чувствую себя настоящим покорителем горы. Вот только подо мной совсем не Эверест, а вот такая земляная насыпь. Вся эта свалка размером с пятиэтажный дом образовалась здесь еще весной, и перемешались в ней все, что душе угодно. Автомобильные покрышки, поребрики с городских дорог, ветки деревьев, бытовой мусор, и все это в нескольких шагах от дачных участков. Вот на этом уровне была земля. Нормально. Ее стали засыпать всякими отходами. Отходами от дорог, асфальтом, бордюры, дома сносят, какие-то мешки с непонятными наполнениями, с белой пылью сыпалась пыль. Вот. И мы постоянно здесь, вот я говорю, ежедневно, два раза в день мы проезжаем. И вот это вот мы видим, горы растут как на глазах. А возводят эти горы частные лица, которые этот участок выкупили у местного садового общества. Все говорят по закону. На участке будет дом, а земляная насыпь и мусор – это издержки производства. Хорошо, землю отсыпаете, но внизу-то мусор, вы сами посмотрите, сколько это еще 5 метров. Покрышки, бутылки. Дом здесь. Девушка, это мы будем закрывать все, это наш мусор, все, мать, мы здесь дом будем строить. Уже глина. То есть это частная территория здесь? Это частный, это дом будет. Строительство самого дома начнется уже в конце этой недели. К слову, к этому же времени свалку обещали убрать. Елизавета Курочкина, Владимир Антонов, новости ТВК.